Сегодня мы отправились в расположение 91-й Келицкой орденов Александра Невского и Красной Звезды бригады. Она ведет свою боевую историю от полка связи, сформированного в самое суровое для нашей страны время в июле 1942 года у станции «Незлобная» Сталинградской области. С первых дней своего существования связисты оказались на передовой и не раз доказали, что способны решать поставленные перед ними задачи в самых сложных условиях. Гордимся нашими традициями, то, что бригада является правопреемницей множества частей связи, которые сформировались еще 75 лет назад, вот, принимали участие и в Великой Отечественной войне, принимали участие и в контртеррористической операции на юге нашей страны успешно, ну и в учениях всевозможных тоже как бы в грязь лицом не ударили. Во время Великой Отечественной войны бойцы-связисты принимали участие в форсировании Днепра, в тяжелых боях в Польше, Германии и Чехословакии. За боевые заслуги при освобождении польского города Кельце полк стал называться Келицким, а ордена Красной Звезды и Александра Невского связистам вручили за успешное выполнение боевых задач под Берлином. Целых 11 раз полк получал благодарности от Верховного Главнокомандующего. Иван Иванович Каприленко, бывший командир бригады, вспоминает о встрече с ветеранами на праздновании полувекового юбилея бригады четверть века назад. Ветераны, которые приехали, их было 53 человека. Они были здесь 7 дней. Они не хотели уезжать, а мы понимали, что, может быть, это такое мероприятие общее и последнее. Вот, пожалуйста, это в спортзале на Масленников 4, 50 лет, и ветераны сфотографированы. Ветераны, которые приезжали, им было там за 70, под 80, но они были молодой душой, интересны достаточно, рассказывали, как они обеспечивали управление, связь, как телеграфисты работали, как телеграфистки работали, как радистки работали, как телефонистки работали. Это все удивительно было, здорово послушать нам, молодым. Осенью 1945 года полк прибыл в Куйбышев и больше 65 лет размещался в бывших казармах знаменитого гусарского Александрийского и Я Величество полка на проспекте Масленникова. Потом связисты несколько лет несли службу в поселке Рощинске, а в прошлом году вернулись в Самару. Сейчас бригада дислоцируется на территории бывшего учебного центра в поселке Кряж. Сегодня, 18 июня, Келицкой бригаде исполняется 75 лет. Богатые боевые традиции бригады, как и положено в армии, сегодня продолжают совсем молодые ребята. Ведь военная служба – дело молодых. Большинству солдат-срочников еще не исполнилось 20. Немногим старше контрактники и многие из офицеров. Но дело свое они знают. В современной войне от работы связистов зависит очень много. И они во второй армии на хорошем счету. В расположении созданы все условия для прохождения службы и комфортного проживания военнослужащих. Мы находимся в расположении радиоцентра узла связи полевого 91-й бригады управления. В расположении имеются все необходимые помещения для жизнедеятельности военнослужащих. В кубриках у военнослужащих находится имущество, которое личное имущество выдано для занятий ПВО подготовки и повседневной жизнедеятельности. Значит, хранятся у них в шкафах средства бронезащиты, это бронежилеты, каски, средства РХБЗ-защиты, это противогазы. Соответственно, также хранится спортивная форма для занятий утренней физической зарядкой и спортивно-массовых мероприятий. Хранится военный комплект полевого мундирования. Вот это непосредственно спальное расположение, где военнослужащий отдыхает в ночное время, либо после несения службы. Соответственно, у каждого военнослужащего есть своя кровать, есть своя тумбочка, где он хранит определенным уставом вещи и умывальные принадлежности. Значит, в расположении имеется комната информирования и досуга, в которой проходят занятия по общественной государственной подготовке, общие собрания личного состава роты, также каждую пятницу подведение итогов боевой подготовки роты. Также свободно в личное время личный состав здесь может читать литературу,
просматривать телепередачи, играть в настольные игры. Сегодня каждый солдат-срочник имеет право на 2 часа личного времени каждый день и 1 выходной в неделю. За год службы срочники получают полезные навыки и бесценный опыт армейской жизни. Именно это я ожидал по рассказам. Вот отец у меня вот в армии служил 2 года, дед на войне служил. Вот. Ну что, человек, который уважает себя, свою семью, свою родину, обязательно должен отдать долг родине. Атмосфера дружелюбная, хорошая, командиры хорошие, офицеры все, сержанты, наши старшие братья. В общем, все хорошо, коллектив хороший, мне здесь нравится. На протяжении всей истории существования бригады ее командиры делали и делают все возможное, чтобы именно такими словами солдаты вспоминали свою службу. Вот, пожалуйста, такая красивая фотография. Значит, вместе с ветеранами, солдатики рядовые, прапорщики, офицеры. То есть мы единая семья. Очень важно отметить, что и сейчас мы единая семья. Бригада готова к выполнению самых сложных задач, которые поставят перед ней командование. Солдаты, сержанты и офицеры имеют постоянную практику работы со всеми средствами связи. Несколько раз в год военнослужащие выезжают на учения и сборы. Отличие существенно, потому что самая лучшая практика – это полевая практика. В поле как раз оно все становится в своих местах, все становится ясно. И это наилучший, я считаю, вид боеподготовки. Отрабатываем, развертываем, вхождение в связь, поддержание связи. Соответственно, все необходимые категории, которые у меня к связи, мы обеспечиваем. ТЮЗ-22, Яскова-73, прием. Радиостанции средней мощности Р-66-05. На базе БТР-80. Радиостанция предназначена для ведения радиосвязи как в движении, так и на стоянке. Сейчас ефрейтор Телеверсов, механик-радиотелефонист, ведет дежурство в радиосети. Ефрейтор Телеверсов, свяжитесь с 9-м. Есть. 09-й, это 11-й, прием. Чтобы даже в полевых условиях связисты были обеспечены не просто горячим питанием, но имели возможность принимать его в комфортных условиях, в распоряжении 2-й армии недавно появилась новая полевая кухня контейнерного типа, оснащенная всем современным оборудованием. Здесь военные повара могут готовить пищу для 240 человек одновременно, и ни дождь, ни снег, ни град им не помеха. Раньше приготовление пищи осуществлялось на кухнях КП 130, КП 125 и так далее. Но это были прицепные, они устанавливались в поле под палатками. То есть, и, соответственно, личный состав принимал пищу то есть в палатках. Здесь в КСВК 240 личный состав может принимать пищу под уже нормальными стенами, крышей. И в тепле, и комфортнее, и в тепле. Но не одной только кухни радуются военные. В часть постоянно поступают новые образцы военной техники. Это дает возможность налаживать связь на самом высоком уровне, как в плане качества, так и защищенности. Связисты обеспечивают все виды связи, которые необходимы командованию и высоким должностным лицам. В канун своего 75-летия связисты все чаще стали обращаться к своей истории и вспомнили, что многие годы занимали помещение, прежде принадлежавшее другой знаменитой военной части. На 2-м этаже был учебный корпус. Один из славнейших полков русской конницы, черные бессмертные гусары, так неофициально называли 5-й полк, последние 4 мирных года своей жизни провели в Самаре. Отсюда гусары ушли на Великую войну, а затем на Гражданскую. Многие полегли на полях, а другие покинули Россию, унеся с собой память о славной полковой истории. Полк в Самару пришел в 1910 году. И знак отличия именно Адамова голова. Адамова голова, ее называют за границей мертвой голова. Немцы называют мертвой голова. У нас это Адамова голова правильно называется в христианстве. Она пришла, вернее, ее утвердила императрица Александра Федоровна в честь столетия битвы при Кацбахе, когда, собственно говоря, Александрийский гусарский полк получил свое неофициальное название «Бессмертных гусар». И вот в 13-м году, в честь этой битвы, столетия битвы при Кацбахе, им было соизволено вместо государственных орлов, как носили все гусары, русской императорской армии, именно Адамову голову.
В 5-м гусарском полку служили Булгаков, Гумилев, Петрушевский, будущий первый президент Финляндии маршал Маннергейм и представители многих других знаменитых фамилий. Молодому поколению сейчас очень интересно узнать, как было раньше, при царской России, до революции. Поэтому это будет иметь, я считаю, одно из важных моментов, так сказать, и в жизни части, и в жизни каждого военнослужащего нашей бригады. Великая нация не может забывать свою историю. Важно помнить, что в прошлом русской армии была не только Великая Отечественная война, но и другие памятные битвы и славные победы. Память о сражениях той же Первой мировой войны также важна для военно-патриотического воспитания молодых воинов, как и истории Великой Отечественной. Ведь и там проявляли героизм наши деды и прадеды. У нас одним ударом в 17 году всю историю перечеркнули. Полковые истории, там, извините меня, там, Семенский, Преображенский полк, которые с историей там по 200 лет были, понимаете? А это одним разом просто все было перечеркнуто. И почему бы не возродить эти истории? Ну, я еще раз повторюсь, что у нас история, она не в одной Второй мировой войне состоит. Нужно и глубже уходить, и вспоминать своих, еще раз повторюсь, прадедов, прапрадедов, которые также воевали за свою родину, также были патриотами. И в качестве примера мы представляем именно 5-й гусарский Александрийский полк, где, собственно говоря, в первые месяцы войны они блестяще провели несколько операций. Используя общемировую практику, когда современные части носят имена прославленных полков, сегодня высшее военное руководство рассматривает вопрос о добавлении нового имени 91-й бригаде. Возможно, скоро она будет называться Келицкой Александрийской, и ее история будет насчитывать уже без малого 300 лет.